К сожалению, ваша дочь может поцеловать кого-либо всего один раз в своей жизни. Простите, может быть, есть какая-то возможность это изменить? Дочка. Мне что, никогда нельзя будет целоваться? Нет, родная, видишь, на твоей головой число, это твой один поцелуй. А Пердолья с Медпердером целовались. А ты знала, что если ты кого-нибудь поцелуешь, то ты умрешь? Не пердоль ты мне тут, то это все неправда. Нет, моя мама сказала, что это все правда. А у меня 10 тысяч поцелуев. И кто идет? Идут наши две нецелованные. Отвали от нас, Сандра. Сандра, если у тебя рот такой трудоспособный, то это только твои проблемы. Ты ее урыла. Ты совсем офигела? Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь? Мой отец директор. Проблема поцелуев очень важна в нашем мире, к сожалению. А это правда, что если я поцелую кого-то, я могу умереть? Конечно, правда. Правила нашего мира никогда нельзя нарушать, Ная. Но если я встречу парня... Канаючечка, мне нужна твоя помощь. Что такое, Кэти? Что случилось? Ты понимаешь, я встретила парня, и мы влюбились друг в друга. Нам же нельзя, ты с ума сошла? У тебя всего 3 поцелуя. И я их все потратила. Слушай, у тебя же был один поцелуй. Может быть, ты мне его подаришь? Мам, я пришла. Ты будешь пельмешки? Нет, не буду. Ну и правильно, ты сама уже как пельмень. Да, мама. Так, погодите, Ная, я не поняла, а куда у вас пропал один поцелуй? Я хотела помочь подруге, все равно мне один ни к чему. Ты с ума сошла, Ная, зачем ты это сделала? Ная, красотка, а что ты сделаешь, если я тебя поцелую? А я тебе скажу, я тебе зуб выбью. У меня остался последний поцелуй, я хочу потратить его на тебя. О, Ная, тут ты и попала. Директор, я... Ни на кого я его не истратила, я его подарила подруге, правда?